Я могу даже вот за 5 минут, как я всегда говорю, научиться на контрабасе играть за 5 минут. Я могу это даже сейчас показать, потому что мне нужен тот, кто вообще не играет, с музыкой и отношений нету. Вот эта нота, это первая струна, соль. Вот это первая струна. Да, сейчас вот, давай попробуйте. Да, еще раз попробуйте, вторую струну. Да, значит как называется первая струна? Соль? Да. Давайте, вот это соль. А это целая нота. Вы сейчас играете пиццикату и считаете до четырех. Так, это целая нота. Например, раз, два, три, четыре, раз, да, все. Есть дети, которые сразу же понимают, которые не сразу. Так что это опять зависит от кто как. Так, все, сейчас играем вместе. Вы играете наверху, а я играю внизу, так, мелодию, да? А я так еще раз на 3-4. Да, ну мне так, можете, я посчитаю для вас. Я иногда я считаю для детей, так что я сейчас посчитаю как-то. Когда начинать? Да, давай. Раз, ну, пусть посчитаю до 4, начинаем вместе. Раз, два, три, четыре. Пальчики. Да, пальцы. Просто иногда. И как?
ну еще что осталось. Иногда просто мы тоже играем пиццикату, смотря кого, смотри, как это. И мечами. Можно и совместиться с левым вот этой мелкой, вот слева, с когда вот. Кстати, вот он правильно сделал, потому что проблема в другом была то, что иногда, сейчас и так уже проблема с этими пальцами играть вот так. Есть разного вида игры на пиццикато. Это не значит, что я так играю, это должно быть другое. Да, есть и так, люди вот так играют, но звучит просто нереально хорошо. Но, смотря, главное для контрабаса, опять, когда не играешь с мячком, или должен быть звук, и даже если, например, играть. Вот это же нужно. Это никому не нужно, да? На контрабас все равно должен существовать ритм, должен существовать, когда играть, вот поэтому я сказал, мясо, чтобы больше... Да, конечно, да, это ничего, но главное, первое, всегда работать с звуком. На большой палец, Да, все это свободно. Отсюда, отсюда, да, всегда просто свободно. Да, потому что иногда меняешь, твоя рука тоже двигается, как свечок, и еще идешь иногда внизу, тут другой звук игры, тут другой, то же самое иногда. Да, опять то же самое. То же самое система, как и да. Характерно, как и, ну это, вот просто поиграть, просто пустой звук, свободный звук. Могу понять, вот такие, сейчас все равно звукоизвлечение уже другое иногда везет. Да не дави, не дави, зачем, я вообще не борюсь с этим инструментом. Да, звук не за это, а не идет. А звук идет от... от самого пальца и от... что, больше, когда вот с мячком играешь, когда немножко так проводишь, или когда больше сидит в волосе. То же самое, когда пальцами иногда вот так сделаешь, и больше его просто... Внутри, да. И когда свободный палец, видишь, и потом сразу же получается... Вот на эти сигареты сейчас. Играет легато, можешь сыграть? Две ноты. В смысле? Вот так, сейчас я буду.
самое техническое, да, 2, 3, 4, то же самое будет сделать. Там это технические упражнения, чтобы разбить. Но по пустых струнах найди свой звук. Но опять тот звук идет отсюда. Все то же самое. Ничего. Да. Но когда играет в партии, снимешь эту резинку, потом ты будешь тоже выйти. Да. Да. Что чувствуешь, потому что... Да. Я вообще тебе желаю, что немножко отдохнуть. Что так играть? Посмотри, на девушку. Все это можем сделать в гамах и...